Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас интереснейшие покупки Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет. Итак, поехали. Озон и Яндекс.Маркет. Все по порядку. Озон всегда беру Зева дешевле, чем на Озоне. Ее никогда не бывает. 240 рублей. Где-то вот так. 240-250, может, даже вот так. Вообще великолепно. Просто обычная трехслойная Зева. 12 штук за такие деньги. Она, конечно, уже не та, что была раньше, хочу я вам сказать. Но, тем не менее, все равно для меня остается самым оптимальным вариантом. Сейчас покажу. В плане цены и качества. Это действительно три слоя. Может, они, конечно, стали и потоньше. Может, ее где-то и подделывают. И втулка несмываемая. Но это действительно три слоя. Ой, ой, ой. И она такая вот нормальненькая. Нормальная бумажка. Хорошая. За такие деньги 12 штук вообще супер. Теперь Яндекс.Маркет. Мне безумно нравится, как там все упаковывают. Пока меня вот прям все полностью устраивает. Perfect Fit, девчонки, по 24 рубля упаковка, 24 штуки, то есть 599 рублей он был. Давно таких цен на него не видела нигде. 599 рублей, 24 штуки, по-моему, он с индейкой, я забыла, сейчас открою, покажу. Так, здесь у нас удобрения, здесь зубные щетки детские взяла вообще за копейки. Там еще на Озоне же дают баллы за покупки, они копятся, и щетки мне вообще 2 рубля вышли. То есть я свои баллы там списала на Озоне, на Яндекс.Маркете. То есть за любую покупку даются баллы. Вот, и у меня там накопилось, я списала и за 2 рубля взяла зубные щетки. Удобрение было аж в 3 пакетах и еще в пупырке, представляете? Вот молодцы какие. Так, вот такие зубные щетки взяла. Крис Фокус, не покидай нас. Но он у нас прям предательски сегодня покидает. Две штуки здесь такие миленькие, по-моему, мягенькие они должны быть, да. Я забыла, они сколько плюс? 3 плюс, по-моему, они идут. Корейские или китайские, судя по всему. А, китайские. Китай. Сейчас достану, покажу. Так, вот он, корм. Распечатала. Он у нас с вами с индейкой для стерилизованных кошек. У меня хоть не стерилизованный кот, но все равно, тем не менее, нормально вообще. Вообще нормально. Поест с превеликим удовольствием. Он любит у меня этот корм от куриной. 24 штуки. Вообще прелесть, надолго теперь хватит. Так выглядит щеточка, но прикольная. Здесь ручка силиконовая. Вот такая вот силиконовая, мишка, пандочка нарисована. И она действительно такая классная, мягкая, но есть зазубринки. То есть между зубками тоже должно все чистить. Так, дальше. Девочки в Телеграм посоветовали вот такое удобрение, так как у меня помидоры еще вовсю цветут, растут, плодоносят. И для своих цветочков домашних тоже. Называется морской коктейль Organic Микс. Мощнейший ускоритель для роста растений. Девчонки прям хвалили. Нашла его самый дешевый на Яндекс.Маркете. Опять же, на Wildberries, на Озон подороже. Ускоряет рост, обеспечивает прирост зеленой массы растений, способствует энергичному развитию корневой, урожайность повышает, увеличивает количество цветов, бутонов, соцветий. Состав. Автолизат из морских обитателей с высоким содержанием протеина и аминокислот. Перед использованием взболтать, применять один раз в неделю. Вон оно как, 900 мл. Смотрите, тут какой осадочек интересный. Сейчас поболтаю, открою, посмотрим. Кстати, защита от вскрытия на пробочке. Вот я ее прям отодрала. Пробка обычная. И сверху мерный стаканчик, чтобы нам все отмерять. Сейчас понюхала. Запах, конечно, интересный. Знаете, такой вроде еды, а вроде немножко навозом, а вроде какими-то, даже не знаю, дрожжами, не дрожжами. Ну, в общем, но он нормальный, нормальный такой запах. Не воняет, в нос не бьет, все нормально. Густая такая консистенция прям. Интересно. В общем, буду разводить сейчас, подкармливать всех своих домашних обитателей. Потом обязательно как-нибудь поделюсь, как попрут сейчас в рост. Еще две покупочки Wildberries, девчонки. Это уход от Ювиньон. Сыворотка и крем. На самом деле очень интересно. Очень хотелось потестировать. Много положительных отзывов. Сейчас распакую вам и все покажу. То, что я пробовала от Ювиньон до этого, мне безумно нравится, поэтому почему бы да. Увлажняющая сыворотка, фокус не покидай нас, для лица с кровью дракона. Девчонки, внимание, все расскажу. И увлажняющий крем для лица с центеллой азиатской и натуральными экстрактами. 50 мл и сыворотка 30 мл. Смотрите, какие прелестные коробочки. Сыворотка в стекле, все прекрасно, все замечательно. Выглядит вот так. Пипеточка большая, люблю такие. И здесь у нас вся подробная информация о продукте. Можете нажать на паузу и почитать. А я вам, конечно, все самое интересное расскажу.
Много всего. Прям коробочки информативные. Так, по составу сейчас покажу вам. Вот состав. Это сыворотка. Теперь кремушек. Крем у нас с вами увлажняющий для лица. Так, Таксцентел Азиат с контрольными экстрактами. Он у нас разработан и произведен технологами из Кореи. Так. А сыворотка, кстати, тоже произведена в Южной Корее. Корейский продукт. И про кровь дракона мы обязательно с вами поговорим тоже сейчас. Так, давай, давай, давай. Просто многие воспринимают информацию буквально, не углубляясь. Девочки, это стекло, что ли, тоже? Или это пластик? Нет, это какой-то плотный пластик. Очень удобный формат крема. Смотрите, какой дозатор. То есть мы с вами нажимаем, и кремушек получаем. Вообще великолепно. Здесь у нас тоже вся информация подобна. Стишок даже интересный. Центелла азиатская. Портулак масленичный. Масличный, масленичный. Масло чайного дерева. Масло примулы и аллантаин. Аллантаин очень красный, классный, кстати, ингредиент выходит. Масло семян льна. Гиалуронка. Бетаин. Аденозин. Глюкоза. Церамид и пантенол. Подходит любому типу кожи. И состав. Состав очень, кстати, крутецкий, прям вообще. Ну и приступим, собственно говоря. Я уже выполнила очищение лица, качественное, хорошее, как всегда, чтобы продукт впитался полностью. Ведь сыворотка очень густая, смотрите, она даже вообще не перетекает. Она вообще не перетекает, она очень густая. И что хочу вам рассказать. Эта сыворотка – это возвращение легенды, потому что в 19-20-х годах она уже была выпущена в коллаборации с редакторами Beauty Insider и стала просто бестселлером. Ее полюбили как визажисты, так и блогеры. Она производила фурор и потрясающий эффект, но потом на время пропала, как всегда разобрали, и сейчас Ювиньон ее вернули. Будем с вами вместе тестировать. Формулу усовершенствовали. Что такое кровь дракона, девчонки? Это не, на самом деле не кровь дракона, то есть драконов не существует, мы с вами об этом прекрасно знаем. Это кроваво-красная смола перуанского дерева кротон. Я специально залезала в интернет еще давно-давно, когда вот появились уходовые средства с кровью красного дракона, мне прям было интересно, это маркетинговый ход или действительно какой-то компонент в составе средств мощный. Нет, это действительно компонент, это просто дерево. Оно так называется, кроваво-красная смола. Экстракт обладает чудодейственными свойствами, противовоспалительный эффект, ускоряет регенерации, успокаивает, снимает раздражение, является сильнейшим антиоксидантом. Вон оно как. На коробочке внутри еще интересная информация. Эффективность увлажняющей сыворотки доказана в ходе слепого тестирования. В нем принимали участие 25 волонтеров, среди которых люди разного возраста, с разным типом кожи и так далее. Есть визажисты, косметологи, бьюти-блогеры, обычные пользователи, бьюти-редакторы глянцевых изданий. Активные ингредиенты – гиалуронка, экстракт крови дракона, алоэ, ромашка, огурец, нема, я не знаю, что такое нема, кто знает, напишите, бетаин. Ну и кровь дракона, про которую мы уже с вами почитали. В косметологии кровь дракона ценится за что? Именно за мощный антиоксидантный эффект. Антиоксидантный эффект нужен любой коже, особенно возрастной. Для поддержания молодости, укрепления иммунитета, снижения пигментации. Экстракт смолы драконового дерева успокаивает кожу, ускоряет заживление, выработку коллагена. Так... увлажняет, повышает тонус, упругость, при длительном использовании замедляет старение. Вот и все основные моменты, давайте тестировать. Мне понравилось, конечно, что такая густая. Сейчас посмотрим на кожу. Она очень густая, она вообще не течет. Прям вот густая-густая. Тихонечко, видите, начинает на коже таять. На волосы попала. При соприкосновении с кожей начинает таять. А во флакончике она прям очень густая. Аромат еле уловимый, такой нежненький. Нежненькая такая парфюмерная душка, прям еле-еле уловимая. В нос не бьет. По ощущениям тактильным. Сыворотка не масло масляное, но и не вода. Вот знаете, такая золотая серединка. Это по тактильным ощущениям. Все она достаточно быстро впитывается. Но в то же время я вот ее первую минуту пока на коже ощущаю. То есть это не вода. Не налил, распределил и все, нет. И не масло масляное, которое я тоже терпеть не могу. Но такие сыворотки, вот масло масляное, они только для массажа используются. Так, я хочу еще на декольте, потому что мне понравилось прям. Практически впиталась, есть пока легкая липкость, что доказывает, что сыворотка у нас с вами не вода. Очень приятненькая текстура такая, знаете. Вот видите, вроде как кожу изнутри подсветила. То есть
Здоровый вид она приняла. Если до этого вот она у меня была очищенная, матированная, как бы немножко даже стянутая после масочки очищающей, то сейчас вот все. Изнутри кожа подсветилась, никакого жирного масляного, тем более блеска от сыворотки нет. Все комфортно, но легкая липкость пока присутствует. Вот она уже начинает пропадать, где сыворотка полностью впиталась, ее нету. И кожа прям, знаете, упругая. Что хочу отметить, вот прям упругая она стала моментально. Тонус, вот этот тонус чувствуется, прям вот упругая, увлажненная и напитанная в хорошем смысле слова, без утяжеления, я уже продукты на лице не ощущаю. Так, погнали, дальше у нас с вами, девчонки, крем. Что по крему у нас интересного? Крем тоже произведен высококвалифицированными технологами в Южной Корее и был выбран в ходе слепого тестирования из 30 образцов. То есть вслепую тестировали крем и лучшим был выбран крем именно Ювиньон. В основе крема экстракт Центелла азиатской. Это я вам все почитала. Семя льна, примула. Уникальный сбалансированный состав. Решает широкий спектр проблем. Волшебным образом выбирая именно ту, которая актуальна, наиболее актуальна именно в данный момент времени. Плюс насыщает клетки кожи влагой и регулирует выработку себума. Тоже очень классный пункт. То есть для любого типа кожи. Сыворотка вот абсолютно точно для любого типа кожи. Вот она всем понравится, вот честно. Всем понравится и подойдет. Вот она такая вот, вот какая надо, золотая серединка. Мне прям пока вот сейчас очень нравится. Такая даже блюренная кожа, заблюренная кожа, вот когда она впиталась, липкость пропала, кожа прям такая, как будто заблюренная. Внутреннее свечение, и вот ничего лишнего, не могу сказать, ничего плохого и ничего лишнего в ней нет. Так, регулирует выработку себума для любого типа кожи в качестве ежедневного ухода. Так, упаковка, благодаря чему крем защищен от попадания воздуха и бактерий, то есть дозаторами, это вообще идея очень хорошая. Это лучший вариант сохранить свойства крема надолго. Вот так. Ну и наносим. Ой, чуть-чуть у меня куда-то улетело мимо меня. Пшик-пшик-пшик-пшик. Во, пошел. Так, я думаю, достаточно мне вполне будет. Такая легкая кремовая текстура. Опять вижу, что при соприкосновении с кожей начинает продукт таять и стекать. Не хватит. Мне еще на декольте надо. Тоже очень-очень легкая душка. Немножечко другая, нежели у сыворотки, но приятная. Практически ее нет, слушайте. Вот прям она настолько легкая, крем практически ничем не пахнет. Так, смотрим. Видите, при соприкосновении с кожей тоже начинает продукт таять. Здесь другой аромат, другой, совершенно другой. Но он очень-очень легкий. Вот если к носу не подносить, даже ничего не почувствуете. Чувствую увлажнение, прям чувствую увлажнение, хорошее увлажнение. Достаточно легкий продукт, но и не как водичка. Вот тоже золотая серединка. Вот, молодцы вообще. Прям вот золотая серединка, вот по тактильным ощущениям. Но крем уже питательный, достаточно питательный. С ним можно сделать даже легенький массажик. Если сыворотка впитывается быстро, то крем за собой небольшой след питательный оставляет, по которому можно быстренько, да, он уже начинает впитываться, сделать массажик. Просто есть кремы, которые сразу впитываются. Не то, что сразу впитываются, а текстура просто такая никакая. Здесь можно массажик поделать прям. О, вот и все, он практически впитался. Уже дальше не поделаешь. Кожа становится тоже такой безумно мягенькой, заблюренной. Вообще на холодное время года потрясающий, девчонки, уход. Без утяжеления, но в то же время и питание. Не только увлажнение, я вот чувствую питание. Что от сыворотки, что от крема. Классно, мне очень понравилось. Прям вообще супер. И такое вот какое-то внутреннее сияние, состояние ухоженности. Приятненько, прям приятненько, приятненько. Класс. Вот это прям вот это вот мой уход на зиму, 100%. У меня кожа нормальная, чтобы вы понимали. Она нормальная сейчас, не жирная, не сухая, не комбинированная. Она нормальная, и мне прям вот заходит. Для любой абсолютно кожи крем подойдет. Для жирной, не утяжеляет совсем, девчонки, он практически уже впитался. Вот видите, все отличненько. Только внутреннее сияние, никакого утяжеления, блеска от него нет. Для сухой тоже подойдет, питание ощущается. Для комбинированной и для нормальной, соответственно, тоже. Вообще шикарнейший уход, мне безумно понравилось. Смело могу рекомендовать. Ссылки, естественно, как всегда, все в инфобоксе будут. Купочки Wildberries, много всего, давайте разбираться по порядку. Первое, что взяла, девчонки, это две водолазки. Померила их на пункте выдачи и выбрала вот такую красивую. Сейчас пока водолазка была упакована с картонкой. Причем вторая, кстати, тоже. Хотя они разных брендов. Я взяла вот такую вот
Выбрала цвет баклажановый в размере 3XL. Цена вопроса и первый, и второй была 800 рублей, но эту взяла. Почему? Другая была поярче прям. Почему взяла эту? Потому что она безумно мягкая, и она смотрится больше как кофточка, а не как водолазка. То есть свободная, нигде ничего не обтягивает, но в то же время классная. Она безумно легкая, то есть она тоненькая. Она прям такая тоненькая, фокус. И легенькая. Но в то же время очень мягкая, к телу приятно, и греть, безусловно, будет. Высокий ворот, который подворачивается, он не висит. Я померю, вам покажу. В общем, классная. Мне понравилось. Вот из двух выбирала и прям вот эту вот одела, и все супер. То есть она смотрится даже больше как кофточка. Ну, если брать на размер больше, естественно. Я не люблю вот эту историю водолазки в облипку даже на худых девочках. Ну, мне не нравится. Ну, если только прям вот на совсем худых, заправлено в джинсы, как сейчас модно, да, то тогда еще более-менее. А так, мне кажется, это все дело должно быть свободно. Классно, я померю, покажу. Так, и леггинсы взяла Ксюшки, утепленные, с мехом. Тоже померяем, сейчас покажем. Они мне вообще безумно понравились. А цена вопрос там, ну, прям вот копейки для таких. В женском разделе брала, уже не в детском. Размер 42. 46 леггинсы с мехом. Смотрите, какой здесь классный пояс. Леггинсы у меня уезжают. Вот такой вот текстиль, ну, хлопковый, мне кажется. И вот они какие внутри. Как многие говорят, чебурашка. Но они прям тепленькие. Так, здесь у нас этикетка с телефоном. Фокусироваться вообще ни на чем не хочет. Вот такие вот леггинсы. Вот такой вот бренд. И они прям кажутся маленькими, такими узенькими, больше на Крис, чем на Ксюш, но длинными. Но нет, они безумно хорошо тянутся. Я на пункте выдачи попробовала. Внизу вот такая вот резиночка. Вот, все отлично, все замечательно. Мне очень понравились. Они прям тепленькие, хорошенькие. Если длинные, можно подвернуть. Вот он, мех. У нас тут с вами его много. Все супер. Так, еще одна покупка. Девчонки все в Телеграм хвалили. Оля, отдельный тебе привет. И это карандаш, вот такой карандаш-ингалятор при простудах. Спасибо, что выбрали нас. Смотрите, они там разные. 200 рублей где-то цена вопроса. Крымский травник бренд. Здесь у нас ментол, камфора, эфирное масло. Кого-то полевой. Кого полевой? Не вижу. Мяты. Мяты полевой. Масло эвкалипта и эвкалиптол. Даже вот так. Сейчас открою, посмотрим. Можно сказать, карандаш уже пах из пачки. Я тут порвала, внутри там еще какая-то инструкция огромная. Он откручивается, и вот я его открыла. Внутри там что-то есть, что-то есть. Фокус, вернись. Включил оптическую стабилизацию, фокус при ней вообще не хочет фокусироваться. Вот, смотрите, вот такая вот штучка. Ну-ка. Ой, ну круто, слушайте, круто. Прям хорошо, легко, прям эвкалипт, такая мятка, прям здорово, интересно. Будем пробовать, расскажу потом. То есть его в нос засовывать не нужно, подносишь прям к носу и вдыхать начинаешь. Тут вот дырочки есть, и прям ощущаешь, ой, как хорошо пробивает, прям до гортани спускается аромат. Такая мощная штука, по типу звездочки, знаете. Вот заодно леггинсы сейчас без оптической стабилизации, может, нормально покажет. И чебурашку тоже. Чебурашка, выйди. Вот чебурашка. Вот она. Сейчас померяем. Ну, нормальные, прикольные леггинсы. Понравились. И запас внизу как бы есть. Она такая, ой, они сильно теплые. Тянутся они хорошо. Покажи, как они тебе вверху докуда. Ты их натянул. Ну, подними кофточку, подними. О, докуда. И передом повернись. О, докуда аж натянула. Теплышко. Мягенькие, удобные. Тянутся вообще прекрасно. Очень мягенькие, тепленькие. Вообще леггинсы прелесть. И вот так выглядит водолазочка на мне. Как видите, все свободно, но в то же время горлышко. У нас с вами плотненько и тепло. Подворот в два раза практически. Вот если его развернуть в этом месте, то будет вообще вот так вот прям хорошечно. Я так, наверное, пойду сейчас гулять, слушайте, потому что зима, потому что свободненько. Нигде ничего не в облипочку. То есть смотрится как свитерочек такой легенький. Мне поэтому и понравилось. Именно в этом размере прям великолепно. Прям великолепно, хорошечно. Сейчас вас опущу немножко, покажу. Штанишки Faberlic по цвету подходят. Прям комплектик такой. И длина до середины попы. Свободненько, все хорошо. Прям классно. И рукавчик длинненький. Красивенький. Свободненький тоже. Супер. Ну и на этом все, мои хорошие. Если вам было интересно и полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ссылочки, как всегда, все в инфобоксе. Всех люблю, целую, всем пока-пока.